боже, что здесь происходит? Стоп, лук мне пригодится. Мне нужно оружие. Нужно найти оружие. Я справлюсь. Посмотрим, в каком он состоянии. Просто вспомни уроки Рота. Ты можешь владеть самыми передовыми технологиями в мире, но это ничего не значит, если ты не умеешь сосредоточиться. Это ключ к успеху. Я хочу есть. Я должна найти еду. Теперь рядовой Касуки. Прошлой ночью он был в карауле у ворот. Никто ничего не слышал, а утром нашли его каску. И все. Ни следов, ни крови, ни гильз. Ничего. Некоторые думают, что это дело рук китайских партизан, а то и американцев. Слепое дурачье. Они понятия не имеют, что здесь происходит. Нас преследуют они. Древние демоны, не знающие покоя. Они обитают в древних руинах этого острова. Мы здесь пришлые, и они наблюдают за нами и выжидают. Эти обломки, руины, весь остров — одно большое кладбище. Рано или поздно они придут за нами. За каждым из нас. Это снова... Пора в лагерь. Лара, при тебе не всегда будет крутой гаджет, который подскажет тебе, где ты находишься. Научись читать землю и звезды, и ты всегда найдешь дорогу домой.
Я Конрад Рот, капитан Эндьюранс. Наш корабль разбился у острова в треугольнике дракона. Рот! Лара! Ты жив! Спокойно, спокойно. Как ты? Что с тобой случилось? Я помню берег. Потом темнота, и я очнулась в пещере. Там был какой-то сумасшедший, Рот. И мертвец. Боже. Где ты сейчас, Лара? В безопасности? Мне было так страшно. Это я во всем виновата. Только я... Лара, слушай меня. Я успел послать сигнал бедствия Сент-Юранс, прежде чем покинул корабль. Надеюсь, кто-нибудь его принял. Мне удалось связаться с остальными. Все сходимся ко мне. Пожалуйста, забери меня. Я должен оставаться здесь. Ты справишься, Лара. Помнишь подъем на Сноудон? Ты тогда сказала, главное помнить, что нужно идти дальше. Найди путь на гору через развалины. И не выключай рацию. Хорошо. Музыка. Эй! Эй! Есть там кто? Традиционная маска театра Но. Женщина в обличии демона. Она древнее остальных. Изнутри следы белой краски. Маску надевал человек знатного рода. Thank you.
она поднимается в гору. Поняла? Да. У нас костер. Ищите дым. Уже идем. Лара, ты жива? Сэмми, слава богу. Сюрприз. Все нормально, он один из нас. Прошу прощения, если напугал. Здесь кто угодно испугается. Мы говорили с вашими людьми. Они уже идут сюда. Вот, он перевязал мне ногу. Ну, хоть чем-то помог. О, где мои манеры? Простите, я Матиас. Когда-то был учителем. Но, боюсь, для жизни на острове я мало пригоден. Дорогая, ты устала? Садись. Да. Сэмми как раз рассказывала мне об императрице Солнца. Да, о Пимика. Расскажи еще. Мне интересно. Ну, хотите верьте, хотите нет, но пару тысяч лет назад императрица Пимика была владычицей Японии. Она любит об этом рассказывать. Пимика была красивой, загадочной, но властной и безжалостной. По легенде, она владела сверхъестественными силами. А здесь обычно я перестаю слушать. В мифах всегда есть доля истины. Она командовала армией воинов-самураев, штормовыми стражами. В битве они оседлывали сам ветер и сокрушали всех врагов. Говорят, что солнце всходило по приказу Пимика, и она правила всем, чего касались его лучи. От гор... Сэмми? Матис! Сэмми! Сэмми! А, черт! С тобой была? Она была здесь, с этим Матиасом. Но я отключилась, а проснулась, их уже нет. Девушкам нельзя гулять одним. Надо их найти. Да стойте, а как же Рон? Так, ладно, мы разделимся. Кто-то пойдет с Ларой навстречу Роту, а остальные разойдутся и поищут Сэмми. Я с ней. Нет, я с ней. Пользоваться-то умеете? Когда-то умел. Думаю, вспомню. Идите к Роту. Мы найдем Сэмми и этого Матиаса. Ты как, ничего? Вроде да. Передохнуть бы пару минут.
На разведку. Ладно. Неплохо. Даже не верится, что мы и правда отправились в экспедицию разыскивать родину моих предков. С тех пор, как я рассказала Ларе историю Пимика, она всерьез занялась ее поиском. Я всегда считала, что все это только легенда. Хотя моя бабушка рассказывала это, будто делилась воспоминаниями. Много тысяч лет назад островом Яматай правила императрица Пимика. Само солнце всходило лишь по приказу Пимика. И власть ее была велика. Она простиралась повсюду, куда только доходил солнечный свет. Но однажды Яматай вдруг исчез без следа. И со временем все на свете о нем забыли. Мне это не нравится. Поднимайся на холм! Ищи большие ворота! Еще один храм. Кому они поклоняются? Уитмен просто невозможный позер. До сих пор не могу поверить, устроить такую истерику во время рядовой съемки. Это же его работа, разве нет? Ведь научной части экспедиции от него толку ноль. Когда мы найдем Яматай и начнем снимать, он придет в себя. Нет, это совершенно невыносимый тип, но на камеру работать умеет. А я просто буду делать свое дело. Лара не подозревает, но я и ее снимаю. Она должна получить ту славу, которую заслуживает. А еще она чертовски хороша в кадре. Очень надеюсь, что Уитмен с ума сойдет от зависти. Но увидит он это не раньше, чем все остальные зрители Теллуридского кинофестиваля. Доктор.
потрясающе. Два совершенно... Это великолепно. Я видела такие. Да? Похоже, ритуальные. Эта женская фигура особенно интересна. Кажется, это сделали недавно. Несомненно, островитяне. Судя по всему, они тоже потерпели крушение и выжили. Замечательно. Да, надеюсь, мы не станем убийцами, как они. Попробуй справиться с другим. Здесь нет рукоятки. Вместе. Черт! Нет, так не выйдет. Нужно найти что-то покрепче. Может, тут что-нибудь найдется? Невероятно. Посмотрим, что тут можно сделать. Изображение солнца. Дорогая, подумай. Хорошенько подумай, прежде чем сделать этот шаг. В экспедицию я вложил все оставшиеся деньги, но они вернутся в десятикратном размере. Если ты сейчас со мной разведешься, не увидишь ни пени. Ты полюбила меня, когда я был никем, и знаешь, на что я способен. Мое чутье меня не оставило. Просто сейчас я переживаю творческий кризис. Но скоро все изменится. Помнишь Лару? Моя юная протеже. За ее научными теориями реальные данные. Но у нее нет моего опыта. Под этим открытием будет стоять мое имя, и мое лицо будет на всех телеэкранах. Если все получится, меня ждет грандиозный успех. Если же ты все-таки захочешь уйти, обещаю, я не буду этому препятствовать. Но, пожалуйста, подожди. Развод сильно повредит моему имиджу. Очень прошу, пожалуйста. Что же это может быть? Солнцепоклонники. С чего же начать? Ладно. Я Лара Крофт, археолог с научного судна Endurance, разбившегося у берегов этого острова в треугольнике дракона к востоку от Японии. Почему? Это очень странное место. Я видела обломки кораблей, которым уже сотни лет. Мы здесь не первые, и, уверена, не единственные люди. Совершенно очевидно, что на острове происходит что-то неладное. Если мне не удастся выбраться отсюда, может быть, кто-нибудь найдет это. Актеры театра «Но» поднимали и опускали голову, чтобы маска выражала разные эмоции.
кризис самооценки. Что ж, значит, ради нее мне надо делать вид, что все в порядке. Но с этой экспедицией что-то не так. У меня плохие предчувствия. Чем мы ближе к треугольнику дракона, тем сильнее у меня сосет под ложечкой. И это не качка и не радостное возбуждение. Да что ж такое? Вообще-то я должна прыгать от восторга, что меня взяли в такое потрясающее путешествие. Хорошо бы уговорить Лару сделать перерыв и выпить по бокальчику. Это будет пандусом. Думаю, можно поднять повыше. Нужно еще чуть-чуть. Как быть? Эту ткань легко зажечь. Thank you.
Thank you.
Лара. Попробуем. Давайте, доктор. Ты готова? Та женская фигура на воротах. С учетом возраста символов, это может быть императрица Солнца. Пимика? Уж не Сэмми ли вещает вашими устами, доктор? Ну, Пимика обладала властью. По легенде, сверхъестественной властью над стихиями. Бывает, женщина обладает такой властью, что за это ее называют ведьмой. Ничем нельзя пренебрегать. Даже тем, что кажется иррациональным, нам предстоит узнать о нашем мире еще очень многое. Вы говорите, как мой отец. Вперед, Лара! Раз, два, смелее! Из всего этого выйдет отличный сюжет, Лара. Если только мы сможем выжить. Невероятно! Это Пимико! Смотрите, котел, свечи. Неужели ей до сих пор поклоняются? Этот остров когда-то был частью Яматая. Ты была права, Лара. Затерянная империя. Это как найти Атлантиду. Но это реальность, доктор Уитман. Перед нами не легенда. Перед нами золотая жила. Эй, идем. Там ваши раненые. Да, и, возможно, ими. Стоять! Им нельзя верить. У вас же оружие. Я не хочу неприятностей. Нет. Мы пойдем. Нет. Но я требую отвезти нас к вашему главному. Что вы делаете? Спокойно. Нет. Я разберусь. Нет. Нет. Не надо. Пусти. Не спорь. Не спорь с ними, Лара. Делай, что они говорят. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Кто вы такие? Что вам от вас нужно? Тихо! Лара! Начнут вас бухать, мочи их! Не трогайте их! Тихо! Не надо! Я сказал, а ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Не трогайте! Не смей! Лара, беги! Нет! Нет! Окружите! Окружите! Только попробуй рыпнуться. Мочите их!